Что почек, что крепких заплывших огарков налеплено к веткам, затеплено апрель, возмужалостью тянет из пар. Тянут по горлу петлею пернатых гортани, как буйвол арканом, и стонет в сетях, как стенает соната. Греческой губкой в присосках будь ты и меж зелени клейкой. Тебя положил я на мокрую доску зеленой саду. Расти себе пышные брыжи пижмы, вбирая облака и овраги, а ночью поэзия я тебя выжму в острове Прошлый год вообще тяжелый год был очень для меня. И то есть он принес очень много смертей в моей жизни. У меня умерли два друга. Затем умер Симонов, то есть как бы мой учитель, мой педагог, мой отец, дед, я не знаю, как угодно это можно назвать, это художественный руководитель нашего театра. Несмотря на, так сказать, на разность репертуара, который я пою, вот, но об этом я еще скажу отдельно, он исповедовал в нас и в людях вообще любовь к театру, не просто к театру, а к поэтическому театру, то, от чего как раз сегодня, к сожалению, уходит. Вот. Но мне кажется, вернется, потому что говорят, что театр всегда испытывал какие-то какое-то бедственное положение, но тем не менее, это, мне кажется, когда мы идем в театр, то мы хотим видеть красивые декорации, красивых людей, красивые лица. То есть это праздник, правильно? И когда сегодня в театре показывают вот такую бедность сцены, то ну как-то нету ощущения. И вот я помню очень хорошо, раньше говорили, в искусстве было такое суждение, это плохо или хорошо. А сегодня это вот какая-то разница вкусов. То есть вот сегодня можно вот любое дерьмо показать, и это будет, ну, как бы, ну, это вот на вкус и цвет товарищей нет. И вот все-таки то красивое и то поэтическое, вот это вот, я считаю, действительно в искусстве вообще это главное. Вот, это как бы одна сторона медали, это то, что было плохого в этом году. А хорошего было очень много. Я снялся в фильме «Конь белый», фильм о Колчаке, о тяжелой жизни и истории России. Чем мне нравится фильм? Тем, что он не за красных, не за белых, а за ту вот вечную кровопролитную войну между русскими же людьми, которая велась и ведется по сей день в России, о том, что русские люди истребляют сами себя, к сожалению. Вот об этом фильм. Там мне довелось сыграть роль следователя, который расследует убийство царской семьи Николая Сеча Соколова. Кто видел фильм, вспомнит меня. Я с таким одним глазом. Сейчас вот длинные волосы у меня, а тогда короткая была прическа и черная повязка на глазу. Николай Алексеевич, что это? Эти шпалы, что ли? Это гать, Алексей Александрович. Большевицкий фиат застрял здесь в прошлом году. Вот и выложили эти шпалы. А, собственно, что вас волнует? Да-да. Фиат был перегружен. А может быть, тела семьи здесь? У вас разыгралось воображение, полковник. Возможно. Возможно. И все же, Николай Алексеевич, все, к чему прикоснулась рука врага, нужно просеять через самое тонкое сито. Вы полагаете, полковник, что голых покойников бросили в дорогу? Кто же это мог сделать, Алексей Александрович? Коммунисты. Большевики. Наивное предположение. Едем. То есть это был долг русского человека принести себя для того, чтобы как-то помочь, воспрепятствовать вот тому, ну, как это сказать, тому страшному преступлению большевиков перед Россией, расстреляв царскую семью, ни в чем не повинных детей. И как бы вы теперь понимаете, что все преступления, даже фашистов, по-моему, меркнут перед тем, как была загублена царская семья, как был загублен русский народ, и вообще, что творится сейчас, после вот этих страшных 70 лет, которые унесли дворянство, унесли русскую интеллигенцию, пришли... Не народ пришел, не народ. Народ — это русский народ, я очень люблю, я даже, вот смотря фильм Кончаловского «Курочка рябы», принимая дома, значит, бурное какое-то такое обсуждение, я, в общем-то, был недоволен этим фильмом только в одном, что надо любить Россию, надо любить свой народ. Какой он есть, вот таким и надо любить, потому что, когда снимал Кончаловский, мне показалось, что здесь не было особенной любви к России вообще, потому что в противовес я могу поставить Есенина, в противовес можно поставить Шукшина, да кого угодно, тех людей, которые действительно любили. И это чувствуется. Но ведь что такое любить и не любить? Это же как бы об этом не расскажешь, не напишешь, это тут. И вот когда тут, мы уже это чувствуем, как когда вы слушаете песни, когда вы слушаете стихи. Если человек любит, это видно, это слышно, это понятно. Вальс, 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 господа юнкера. Где-то над городом звон. Сколько в танцульках, а сколько под пулями было вас. Локоны, бантики, где вы, романтики? Вальс, вальс, вальс. Плачет о вас только серое небо дождем косым. Слышите, мальчик, где-то над городом бьют часы. Неумолимы, неутолимы, так, мол, и так. Прожито, пройдено, прошлое проседью на кудрях. Стрелки полуночи, как шпаги отточены, выбит грок. Знаете, мальчики, это отмечен последний срок. Вальс, 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 господа юнкера. Вальс, 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 это было вчера. Вальс, 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 господа юнкера. Вальс, 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 это было вчера. Об этом фильме еще можно сказать следующее, ну, последнее, как бы, чтобы не растекаться, то, что я хотел сказать. Я считаю, что мне посчастливилось сняться в таком кино. Вот. Не буду я говорить сейчас как бы свое отношение, там, как это все было. Я знаю, что автор сценария и режиссер был Герри Трофимович Рябов. Но такую роль, как Соколова, я считаю, что... Ну, это большое счастье для меня было сыграть, и вот эта работа в этом году состоялась. Это вот одна такая большая для меня работа, чисто вот в кино. А у Никиты Джигурта это очень смешная была ситуация, поскольку я сидел дома, и он мне позвонил, что надо сыграть какого-то там мафиозника, который, значит, платит деньги, да, нанимает каких-то мальчиков и насилует женщину. Я говорю, ну, подожди, насилуют, это будет очень интересно. А вот я говорю, я буду играть мафиозника. Вот это для меня был, так сказать, нонсенс, потому что я никогда в жизни... И я судорожно начал думать, а как, а что вообще, как, что это за люди, то есть как бы, какова психология. То есть, ну, как-то, ну, чисто уже актерские свои такие приспособления начал переносить и продумывать как-то. Ничего не думай, все будет нормально, придешь и сыграешь. Наденешь белый костюм. Так я, в принципе, и сделал. Надел белый костюм, позвонил знакомым, значит, людям, которые непосредственно контактируют с этим миром, и говорю, мне нужны какие-то определенные слова, такие, которые вошли бы, так сказать, в художественную ленту. Поймал. Ну вас нахер, господа. Мне такой беспредел на шляпу не облокотился. Вам не скучно, мадам? Ну, эту фразу вот так мы и перенесли, значит, целиком в этот фильм. Фраза настоящая. Вот. И Никита, я знаю, дальше собирается снимать следующий вариант, «Мутант 2», или как там это будет звучать, я не знаю. И как бы моя роль не вызывает ни у кого сомнений в этом, что вот это вот этого пакостного человека буду дальше играть я, да. Как она орет, мерзота. Ну, это вторая работа, ну, то есть она прошла в моей жизни эпизодически, но все равно любая работа для артиста это прекрасно, я думаю, артист должен работать. В театре мы играли спектакль «Смерть Павла Первого», но это не новый спектакль, но очень мной любимый. Вот. Играли спектакль «Самоубийцу» Николая Эрдмана, «Русские водевили». Сейчас мы делаем «Вечер памяти Симонова», такой основной спектакль, и Франсуа Вийона, спектакль пьеса, написана Евгением Рубеновичем Симоновым. Я в ней буду играть роль Франсуа Вийона. Песня с такими зонгами, то есть я буду петь и играть Франсуа Вийона и петь на гитаре на стихи, значит, песни самого Франсуа Вийона и на стихи Евгения Симонова. Вот, ну, это что касается театра. Так. Как бы вот если возвращаться вспять немножко, тут два слова я могу рассказать, что мне предложили спеть в театре Моссовета партию Иисуса Христа. Я даже начал репетировать, но потом был марафон Сталинградской битвы, вот этой вот, и я, значит, поехал на марафон, встретился там по пути с Питеримом, и вот все мысли, то есть мы с ним вместе ехали, я позволил себе задать ему несколько вопросов на эту тему, и те вопросы, которые волновали меня, в общем, то, что мне что-то не давало, и чего-то я боялся внутренне для себя, в общем, он мне все это подтвердил, и я как бы оставил эту затею для себя внутренне. Когда я оставил эту затею, я не знаю, как это можно расценивать, что это. Но буквально через несколько дней мне позвонили из, значит, с телевидения и предложили записать вот такую рок-оперу на христианскую тему. Я очень удивился сначала этому, что это может быть. Это человек, который замучен в ГУЛАГе, протоиерей Григорий Петров. То есть была предложена конкретная тема, да? Да, была предложена конкретная тема на конкретные, значит, его тексты. Угу. Написана была Олегом Степурко музыка. И вот эту оперу я спел сначала в студии, потом ее сняли, там, в общем, действующих лиц один я, собственно говоря. Вот. И, да, моноопера. И массовка, ребята, которые изображают, значит, узников ГУЛАГа. По уходящему году в Екатеринбурге вышел ваш первый, по-моему, компакт-диск. Да, вот он. Вот он, вот это вот. Эта сторона, это другая сторона, а вообще он внутри очень красивый. И я даже передать не могу, как я рад и счастлив, что он, тем не менее, вышел, и вышел именно с теми песнями, с которых я начинал. А начинал я с таких, ну, не буду называть это одесскими песнями впрямую, все равно то, что те песни, которые я пою, офицерские, белогвардейские, все равно это песни на тему. И здесь то же самое, на тему, на эту тему. Это тот жанр, который мне более близок, допустим, чем... эстрада такая, поп-музыка, потому что, ну, как бы той музыке я не всегда верю, а эти песни, даже вот блатные песни, не всегда, старинные блатные песни, вот не всегда они, так сказать, отвечают каким-то художественным уровнем, не всегда они и складные в стихах, и в музыке, но они очень искренние, и когда их поют люди, которые понимают, про что они поют, я говорю, что это для меня всегда намного дороже стоит, нежели чем... Просто кто-то делает какие-то телодвижения на сцене под компьютерные барабаны. Вот эти песни для меня ближе, я им больше верю. С них я и начинал, их я и люблю всегда, и буду петь всегда, несмотря на то, что какие бы я ни пел песни, романс, то либо песня это просто лирическая, любовная, либо это песни о России. Но вот Игорь Карташев и ансамбль «Братья жемчужные» — это как раз те легендарные музыканты, которые прошли по жизни с Аркадием Северным, которые помогли стать таким известным, популярным артистом Александру Яковлевичу Розенбауму, поскольку, насколько все помнят, эти два его знаменитых альбома были записаны с ними. Вот именно они ему аккомпанировали. И вот в 1983 году, нет, но это уже запись 1992 года, я выпускаю свой первый альбом с братьями жемчужными. Тогда он назывался «Замороженный город». Я приехал в Ленинград на гастроли, там меня с ними познакомили, они любезно согласились именно на той волне, вот на той волне человеческого общения, как это было раньше. То есть люди собирались за столом, пели какие-то песни, то есть, ну, жили, просто жили, понимаете, не как вот сейчас, вот продюсеры, деньги, то это доставляло людям удовольствие. Так рождались альбомы Аркадия Северного, так рождались его песни. Наверное, так родился Розенбаум. Вот. Но я очень мечтал об этом и познакомиться с ними. И вот познакомился, вот что из этого вышло. Так что я сам невольно рекламирую свой диск. Волгодонской степи, ой, не спят казаки, ой, не спят казаки, ой, проснулись, а долго спали они. целых 73 года дон пробудить возвернулись. Долго спали они целых 73 года дон пробудить возвернулись. Ой, вставайте, казаки, не давайте, казаки, чтоб Чернобыльское горе повторилось на великой на Руси. Пока живы казаки, ой, кому-то покоя не снилось. Волгодонская ночь и темна, и длинна, такой ночью казачка гуляла с казаком до утра. Вот такие, брат, дела, говорят, родила атамана. С казаком до утра, вот такие, брат, дела, говорят, родила атамана. Ой, вставайте, казаки, не давайте, казаки, чтоб Чернобыльское горе повторилось на великой на Руси. Пока живы казаки, ой, кому-то покоя не снилось. Ой, ты, Дон, дорогой, постоим мы горой за тебя и за землю святую, как за мать да жену, за родную сторону. Ох, не спать на Дону казаку, как за мать да жену, за родную сторону. Ох, не спать на Дону казаку. Ой, вставайте, казаки, не давайте, казаки, чтоб Чернобыльское горе повторилось на великой на Руси. Пока живы казаки, ой, кому-то покоя не снилось. На великой на Руси, пока живы казаки, ой, кому-то покоя не снилось.